ослабить, получается. У них все отлично получается. Да, у нас плохо получается. Знаете, дело в том, что у нас дети, когда узнали про такую возможность, на татарском языке мы рисуем вместе, начали присоединяться из разных стран. Сколько сейчас подключились? Сейчас, я сейчас точно не скажу, не считала, но я сегодня увидела девочку из Казахстана. Дилере, сэлем. Она сейчас из города Нур-Султан. Ого! Рисует. Дилере, дишек халярем. Как дела? Как у тебя дела? Диляра, я тоже с Нур-Султан. Да. Диляра, где ты учишься, в какой школе? Я буду учиться в школе МША. МША, да? А, вы знаете, я вот такую не знаю. Да. И вместе-вместе, вот мы так присоединяемся, до 300-500 детей одновременно у нас получается, что рисуют. И таким образом различные проекты реализуются в этой студии. Мы этому очень рады. И у меня, конечно же, есть для вас гостиница. Спасибо. Да. Тут у нас различные журналы. Ага. Вот это Сабантуй. Ага. Вот в такой вот, смотрите, форме мы начали сдавать. Теперь у нас не только журнал, журнал «Киска», журнал «Грибочек» скоро будет, видите? Ага. И вы знаете, вот не только... Более иллюстративные. Да, да, и дети же любят, чтобы их нужно привлекать, да, поэтому мы и наклейки, да, начали. То есть дети не только там читают, но и видео есть. То есть не только, например, информация про лошадь, да? Да. Тут мы даем видео. Ну, QR-код. Да, и это действительно... И игра, самое главное, 3D-игра. Да, 3D-игра. В конце можно, можно навести камеру, и она, этот петух, будет в 3D-модели. Ну, классно. Ходить, кукарекать. Ага. Вот это все вам. Спасибо огромное. Мы очень рады вас. Спасибо вам. Приходите еще. Обязательно. Всего доброго.